Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди. Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Как много в мире разных полезных занятий. Одни люди строят дома, другие возделывают поля, некоторые пишут книги. Но есть особый род тружеников. Они день и ночь возносят молитвы Богу. О чем же они молятся? О том, чтобы и у всех остальных людей дела ладились. Велика сила молитвы. О ней сегодня и пойдет у нас речь. В давние времена на севере Африки жило множество монахов. И вот однажды, когда наступила пора урожая, трое из них пришли к своему духовнику и попросили: «Благослови, отче, и нам потрудиться на поле у крестьян в соседнем селе». Хоть и обитали монахи в кельях вдали от людей, но на хлеб зарабатывали собственным трудом. Получив благословение, иноки поклонились в пояс своему духовнику и отправились в село. Двое из них шли бодро и уверенно, а третий едва передвигал ноги. «Что с тобой, брат?» – встревожились монахи. «Вижу, что никакой я вам не помощник. Скрутила меня какая-то лихорадка. Да так сильно, что и руки не поднять». И заболевший инок вернулся в келью и слег в постель. А два других продолжили свой путь. Когда пришли они на поле, то увидели, что урожай выдался на славу. Крестьяне еле справлялись с уборкой. «Знаешь что, собрат, давай не будем расстраивать этих уставших людей. Они ждали троих помощников, а пришло двое. Давай приложим все усилия, чтобы вдвоем сделать работу за троих». Собрат согласился. «Господь даст, управимся. Мы-то хоть здоровы, а наш несчастный брат страдает от тяжелого недуга». И действительно, заболевший инок сильно терзался. Причем не столько от самой лихорадки, ее переносил он терпеливо, его мучило другое. «Я невольно подвел своих братьев. Они там трудятся, не покладая рук, изнемогают от полуденного зноя, а я лежу здесь в прохладной келье. Господи, прости меня и помоги им». Две недели трудились иноки на крестьянском поле. И за все это время силы их не иссякали. Были они бодры, как в первый день. А сколько собрали пшеницы, снопов не перечесть. Даже крестьяне поражались такой расторопности. «У нас целая семья не может за день сжать столько, сколько делаете вы. Наверное, кто-то за вас крепко молится». «Это верно. Наш собрат за нас молится неустанно. Вот и прибавляются у нас силы». И лишь когда пришло время получать плату за работу, иноки почувствовали, что им не хватает рук. Крестьяне были ими так довольны, что нагрузили их съестными припасами так, что и поднять было трудно. Еле-еле дотащили иноки поклажу до своих келий. В тот же вечер пришли они к больному брату. Разумеется, не с пустыми руками. Принесли ему ровно третью часть от провизии, которую получили от крестьян. Больной, хоть и мало еще было у него сил, громко запротестовал. «Не могу я принять ни зернышка! Разве я работал?
Я лежмя лежал и с трудом даже налагал на себя крестное знамение. А вы там и страдались под зноем и сухими ветрами. Ну, вот и хорошо, что налагал ты на себя крестное знамение и молился за нас, улыбаясь, ответили ему собратья. У нас-то не всегда это получалось. От твоих молитв мы и получали немалую помощь. А то и не управились бы в срок. Так что вот твоя доля, вполне заработанная. Сказали так и ушли. А больной инок так сильно переживал, что на следующее утро на слабых еще ногах отправился к духовнику и рассказал, что всю жатву проболел, а собратья все-таки выделили ему третью часть платы. «А разве ты не трудился?» – сказал духовник. «Разве не просил Бога всякую минуту о том, чтобы у твоих друзей было все хорошо? И Господь по твоим молитвам облегчил им тяжкую работу. Так что прими все, что они тебе вручили, как плод крепкой и искренней дружбы. А Господь воздаст им за это во много крат». Так счастливо завершилась эта история. Но что мы можем взять из нее себе на пользу? Ведь мы не монахи. Да, но кто запретит нам молиться о своих ближних и дальних? Пусть молитва теплится в наших сердцах, как тихий огонек, и мы увидим, что сила ее велика, и что с нею всякое доброе дело спорится. Храни вас Господь, друзья!